если хочешь, чтобы тебя услышали, надо говорить тихо и немного, потому что сейчас очень много слов, очень много разной информации, правдивой, которую люди устают читать. На мой взгляд, очень много важных таких духовных каких-то точек, к которым мы все когда-то или в последнее время стремились, они размываются. Это тянется там вот с начала развала Советского Союза. Вот это там. Кто-то хочет собрать земли в один кулак, кто-то хочет жить независимо. Для Беларуси, я считаю, жизнь независима, при этом торговать со всеми, с Украиной, с Россией, ну, это выгодно, это правильно, и с Польшей, и со всеми там нашими соседями дружить. И вот кто-то там скучает, там, силовики по страху, по танкам в Варшаве, потому что вот кажется, что это вот принесет кому-то удовлетворение. Я в этом как бы смысла не вижу. Я бы хотел, чтобы в России были хорошие дороги, медицина, университеты, в которых хотели бы учиться украинцы, белорусы, поляки, литовцы, эстонцы. И, может быть, тогда танки не нужны были бы, а просто вот люди сами там попросились бы в большое государство, оно могло бы быть федеративным или там, не знаю, какая-то форма вот, совместного проживания, но без танков, без ненависти, без волков и так далее. Так проще, дешевле, и так будущее, оно видится, ну, более прекрасным. И тогда Америка не страшна, и тогда Америка не враг, и вообще мир, жвачка, и рок-н-ролл все вместе.